А в Чувашском региональном отделении партии «Справедливая Россия» прошла пресс-конференция, посвященная выполнению задач и поручений в сфере социальной политики, объявленных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Встреча состоялась в рамках Всероссийской пресс-конференции партии «Справедливая Россия». Она проходит во многих регионах страны. Речь шла о важнейших социальных законопроектах, без которых, как считают справедливороссы, невозможно реализовать многие положения послания. В их числе рост минимальной потребительской корзины, уровни зарплаты, обеспечение редкими лекарственными препаратами нуждающиеся группы населения, установление более жесткого контроля за тарифами ЖКХ и другие. Отдельное внимание пенсионной реформе. СССР считают, что в нее необходимо внести некоторые корректировки. Действующая бальная система, на их взгляд, абсолютно не учитывает специфики трудовой деятельности, накопленного стажа и уровня получаемой зарплаты. В стаж обязательно должны войти так называемые нестраховые периоды, как то служба в армии, отпуск по уходу за ребенком.